Доброе утро! Если вы хотите удивить своего мужчину на 23 февраля, подарите ему галстук-бабочку. А как это сделать, сейчас я вам покажу. Стандартный размер бабочки 10 сантиметров. Длину галстука выбираем в зависимости от обхвата шеи нашего избранника. Средний размер 50 сантиметров. Выкройку бабочки легко найти в интернете или нарисовать ее от руки, как делает дизайнер Ольга Стопычева. Ткань можно использовать любую. Лучший вариант – это флис. Он достаточно плотный и обойдется вам недорого. Материал нужно свернуть пополам и сделать на нем пару выкроек. Они должны получиться двусторонними. Основу бабочки нужно проклеить с помощью утюга специальной тканью дублерин. С помощью нее галстук станет твердым и будет крепко держаться. У нас получились две детали. Мы их сошьем между собой и вывернем. Прошить бабочку нужно как можно ближе к краю, чтобы потом галстук легко выворачивался на лицевую сторону. Наша бабочка готова, самое время преподнести ее в подарок. Теперь научимся завязывать галстук-бабочку. Нужно сделать обыкновенный узел и свернуть пополам правую часть. Сверху закрепляем ее петлей и с внутренней стороны протягиваем левую сторону бабочки. Радуйте своих близких приятными подарками!